делать в нашем городе. А сейчас вы увидите их мишень. Это люди наблюдают бой. Им все равно, зачем прятаться. За пожарной машиной или за бензовозом. Вот пуля пролетела. Все, к штурму готовятся. Закрой, дурак, блядь. А ты-то что лежишь? Сейчас не Траву давай. Он не может понять. Он пьяный. Он здесь лежит или с субботы, или с августа 91-го. Она шальная, блядь. Она не дурак. Как звать? Сашка. Тюски. Понял? Это человек с камерой перепрыгнул через стенку. Это не операторский прием. Это он покатился по земле с камерой в обнимку. От удара в камере включился таймер. С этого момента мы видим время с точностью до минуты. Им похуй, с кого стрелять. Уходите отсюда, спокойно, нет. Ребята, это перемирие может кончиться в любой секунду. Это ребята, которые уже взяли первый этаж Белого дома. Да. А здесь пленные. Они уже без оружия, сидят на полу. Они уже отстрелялись. Что заставило этих людей воевать на стороне Рудского? А еще непонятнее, что их заставило защищать Хасбулатова? Крест. Подполковник. Ну, а фотографироваться приятно. Служили два товарища. Есть раненые, там скорая помощь. Мы уже вынесли раненого. Есть раненые, кто на втором этаже? Пожалуйста. Вы опасаетесь прилета сверху. Сейчас важно, чтобы во время вывода раненых не стреляли ни свои, ни чужие. Вот их выводят. Это легко раненые. А вот сейчас будут выводить депутатов. Наш герой объяснит им, как бежать, петляя, чтобы свои же снайперы не убили. Пошел. Нет. Говорят, руки вверх поднять. Вот народ узнал своего депутата. Приветствует. Сейчас их обыщут. Что уж там они несут из Белого дома. А вот парламентеры. Они возвращаются в Белый дом после переговоров.
Справа Руслан Аушев. Сзади в белом плаще Кирсан Илюмжинов. Сейчас они войдут в Белый дом. Пойдут к Рудскому. Вот Руслан Аушев в центре. Вот. Вот они вошли. Сейчас важно, чтобы никто не стрелял. Ребята, как вы думаете стрелять здесь? Вот они идут. Они стой, нет, командир, стой там! Илюмжинов уцепился за Аушева. Волнуется субъект федерации. А это голос Рудского. Ерина, дана команда, никого их не брать. У них есть пленки звукозаписи, Кирсан знает. Кто давал какие команды? Мы живые свидетели, понимаешь? Мужики, где-то здесь воздушно-десантная дивизия находится. Вот она здесь стоит, у входа. Ну подойдите, блядь, скажи, ну ёб твою мать, вы знаете, я герой, блядь, врут же, суки. Сань, кто это? Врут, ребята, блядь, телевидение врет. Подожди, давайте идем дальше. У них есть пленки, записи радиомета, поэтому думайте, вы будете сидеть, значит, убить их на месте. Значит, может, сейчас я брошу как-то сейчас. Сюда его, сюда. Вы уже оттуда приехали, оттуда же приехали. Представитель субъекта, дежур, идем сюда. Послов, ребята, иностранный. Мы его видели, но... Да я уже с ним 4 раза говорил, он трусит. Он говорит, черномышленный Ерин, говорит, что не стреляет.